Здравствуйте, мои дорогие. Настал тот самый момент, когда ты приезжаешь откуда-то из поездки, а в доме еды нет, а завтракать хочется. Но у меня всегда есть яйца, запас таких молока, тетрапакет длительного хранения, какие-то хлебцы и масло. И я очень давно хотела попробовать приготовить омлет в полиэтиленовом пакете. Давайте попробуем, буду делать это все впервые в своей жизни. Воду я уже поставила, кипит, готовим. Итак, 2 яйца, щепотка соли, 50-60 грамм молока. И, понятное дело, все хорошо взбить. Плотный пакет для сэндвича помещаем в какую-то чашу, ну, чтобы ничего не разлить. Выливаем яичную массу. И здесь нужно это все обязательно завязать. Страховки ради возьму еще один пакет. Такой же плотный, кейский. И помещу туда мой пакет с омлетом. Вода закипела. Делаю меньше огонь. Ну, чтобы так не сильно бурлило. Отправляю туда пакет с омлетом и буду ждать, ну, минут 10 подожду, посмотрю, что получится. Что я вам могу сказать? Пакет не тонет, омлет там потихоньку поднимается, но по сути это, наверное, водяная баня. Сейчас я, конечно, доготовлю, а завтра обещаю вам попробовать приготовить такой же омлет на элементарной паровой бане. Посмотрим, что получится и надо ли пользовать пакеты в этом случае. Ну, в общем, смотрите, мне не нравится, что пакеты кейские я, конечно, испортила. Он сварился. Это мне уже не нравится. А хорошо, что я как бы подстраховаться решила. Давайте посмотрим, что получается. Развязывать не буду, горячий. И попробуем выложить. Ну так, на вид, в общем-то, и вполне себе ничего. Мой скромный бутерброд. Давайте будем пробовать. Посмотрим, что внутри. Ну, внутри готов. Не знаю даже, как показать, но думаю, что всем видно, что внутри омлет готов. Господи, спаси, сохрани. Знаете, вкусно. Такое длительное приготовление. Очень нежный. Такая текстура просто обалденная. То, что получилось, мне нравится. Сам способ, если честно, нравится гораздо меньше. Подписывайтесь на канал. Завтра сниму омлет просто на водяной бане. И посмотрим, вдруг это будет интересно. Всем пока. До новых встреч. Берегите себя.